Нормально спрашивает, не тупит. Бля, меня бесит эти кальки чисто. В чем твоя проблема? В чем твоя проблема? Что 10 лет? То есть я тебе что-то 14? Это как в этом. Я не помню, как у нас еще говорят. А, типа, да, это так. Макс, смотри. Посмотрим, какой ты бодрый. Что это вообще за королевна? Ясно. Тамерлан да робот опрессор. А при чем здесь время в игре и как псина лает? Не знаю, забей, аутист какой-то. Ты ищешь смысл там, где его априори нет. Ну ладно. Давай сейчас его туда, в бездну. Нам нужен брок. Что, началось там? Нет. Угу. Макс, он там продолжал еще в чате писать что-то? ХЗ, у меня загрузка шла. Макс, ты Грома. Никит, ты курила, давайте сидеть. У меня в чате сейчас старое то, что писали это. Никита пишет kick me. Прикинь, это что? Да, оно всегда. Потому что мы же. Я думал, там то, что из лобби проложил. А, ну да, 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 точно. Тебе вот сюда нужно его скурить? Ну как-нибудь так, да. Короче, поп просто вытащить его. Так, я попробую. Только чтобы он не на кусты куда-нибудь, на деревья, на эти сразу. Я постараюсь, да. Нет, можно на кусты, если он там застрянет, как тогда мы... Ну, мечтаю, такое бывает раз в миллион лет. Да, раз в 600 с чем-то часов, сколько у меня там. Никит, Никит, не пались особо. Давай! Ну. Ух ты! Макс, поднимайся. Да всё, я сзади. Бля, да чё за хрень? Они двинулись как раз. Я ненавижу ботов. Да блин, они кто-нибудь меня по мне стрелят? Эй, по оба раза Максим вышел. Подожди, а ты оба раза? Да, я двоих уже минус. А, то есть он не умирает внизу Гром? Ты обратно поднялся? Привет, Максим. Да какие усы, я это все говно сбриваю. Мне тебе еще раз. Ой, что ли? Ой, третий. Давай, Максим, сохраняй. Трансляция. 900 очков. Топ, топ. Давай еще одного. Специально не будем трогать. Он как раз стоит на этом. Давай, Максим, четвертого, я не плюю. А, я не могу, он стоит как-то по даунс. Блин, не успел. Да ёптить. Че произошло? А почему? Че начал заново начать? В смысле мы? Ну он же не умер, так не убили, а последнего. Да бот остался. А, блин. Как бы изи три минуса, учитесь, детки. Они сами там съели. Как сгноить всех с сервака.